Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трэш на этом аккаунте. Показал его амбишенный роллинг, уже больше 400, в районе 400к самоцветов ушло на выбивание нового героя. В итоге на аккаунте всего лишь 70 осколков. Это, конечно, печаль, боль. Да, кстати, всех с праздником. Жизнь, боль, печаль, боль. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, а мы сегодня с вами будем пробовать открывать последние топовые карты и посмотрим, какие же шансы на вот этих 5 героев, что отсюда падает. И заодно пройдем битву гильдий. Вот, пожалуйста, доказательство того, что здесь в основном падают дуэлянты. Гильдия Асгард, Рус, АС сервер, кидайте заявочки, вступайте, телега на экране. Пишите Сереге, гильдия топовая, места топовые. Дофига трешечка, поэтому если вы на АС сервере играете с донатом, welcome. Так, ну что, поехали. Поехали посмотрим, что там у нас сегодня на битве гильдий. 2.60, 2.90. Вот это называется битва гильдий. И одни какие-то вообще мелкие. Так, 2.43, 2.92. Давайте посмотрим. Посмотрим, что здесь такого интересного есть. Фрэнка вижу. Интересно. Сука. Это ж надо было зайти и видеть этого героя здесь. Не, ну это просто... Это просто, ребят, вот знаете, когда тебе не падает, и ты заходишь, это, наверное, печаль, жизнь, боль. Просто. Ну, мастер рун уже на дефе стоит. Такс. Тут у нас еще 2.48. Тут нету его. Ну, хотя бы здесь его нету. Хоть что-то радует. Как вы думаете, шанс слива максимальный на таком аккаунте? Смотрю, пробивают, причем так конкретно. Так, ладно, ну-ка, я хочу протестировать. Я не знаю, зачем ребята ставят космо. Че, тут все такие на АС-серваке, все такие фанаты космика. Блин, это пипец, конечно. Я не знаю уже, что делать на этого героя. Но это просто бред. Реально бред самый настоящий. Аккаунт похож на мой, кстати. По героям, по плюхам. 18-й левел? Да ладно. Что, здесь мешки не продают вообще, что ли? Да, вот этот... Бля... Это вон, ребят. Это, вот это реально вон уже. Просто, вот это просто кайф. Когда у тебя начинающий, не начинающий, когда у тебя молодой донатный аккаунт, но у тебя все супер пэты на максималках, а мелкие пэты на 18-20 левеле. Офигеть, вот это называется «Я захотел пройти битву гильдий». Так, Лис... Фрея. Блять, это жестко. На что я подписался? Куда я попал? Такс. Ну давайте попробуем, сделаем тогда по-другому. Используем. Секретное наше оружие. Не, ну это жесть. 14 левел? Да ладно.
14 мы тоже здесь нифига не сделаем. Жестко. Это вот это жестко, ребят. Что вы, что это называется? Что вы знаете о жести? А, так. Офигеть просто. Ну, поехали, будем пробовать что-то сделать. Я не знаю. Я попробую сейчас таким своим более-менее проверенным методом. Так, ворожай нам по сути нафиг не нужен. Возьмем Ронина, я думаю, где-то здесь должен быть хороший Ронин. Блин, ну это, конечно, пипец. Сколько всего на аккаунте, а питомцы. Не прокачанные. Так, истинная вера есть, отлично. Значит, идем, берем Ронина. Где там наш Ронька? Хотя бы один с ожогом. Так, Ронин с ожогом. Истинная вера. Попробуем такой вариант. Сейчас, конечно, мы его будем длительное время искать. Вот, нашли. Да, вот это, конечно, удивили. Удивили, так удивили. Так, ну хоть я не думал, что прям настолько проблема на АС-сервере с питомцами. А чё у него? Так, не вижу. Не понял. А где кролик? То ли я слепой уже. Кролика нету. Да ладно. Жесть. Куда я попал? На что я подписался? Это жестко сейчас будет, ребят. Но сейчас будем трешивать с вами по полной. Так, давайте смотрим. Минотавр собран, этот собран для добивания. Ронин вместо лисицы. Закинем сейчас феникса, попробуем. Пипец, честно скажу, что-что, блин, такого не ожидал. Поехали. Так, для реса у нас только бард есть, поэтому нам надо аккуратно все и четенько сделать. Без проблем. Так, отлично, тут мы вытащили. Можно где-то сюда закинуть Ронина. Феникса у нас ушатали. Сейчас добьют юнитов, кидаем Дрейка. Дрейка слили. Все будет. Подбиваем юнитов, кидаем Минотаврика. Бум. Пройден. Первый топ пройден. Ну, таким образом. Ну, блин, я не знаю. Тут питомцев просто тупо нету, поэтому... Вариантов у нас особо много нет. У нас и самоцветов особо много нет. Бля, жесть. Это просто трэш какой-то. Поехали, откроем пару карт. Посмотрим на шансы. Бум! Бардик. Неплохо. Дуэлянт. Два дуэлянта.
Еще один дуэлянт. Три. Бард. Нифига себе. Четыре дуэлянта и два барда. Да вы что, прикалываетесь? Это просто жестко. Как отсюда падает дуэлянт? Офигеть. Поехали следующего проходить. Самоцветов, конечно, у нас для реса просто, просто бомба. Но мы играем по хардкору, ребятушки. Блин, сколько здесь ресов, как у меня просто кайф. Такс. Поехали просто сражаться нажмем, хоть посмотрим. Сейчас сделаем манипуляции. Поехали дальше. Тут с АСом, конечно, разобраться можно. Хорошо, что на сменке квестов есть. Хотел так добрать пак, но с платежками. Да, если это не Android сервер, где можно сразу на все аккаунты свободно брать. Не знаю, что у меня не прошла оплата. Ну да ладно, у нас есть возможность дальше побегать. Для этого есть сменки квестов. Да, у тебя на донатном аккаунте не хватает самоцветов. Так, поехали следующего топа проходить. Так, тут у нас уже повеселее противник. Пробуем. Пробуем. Закидываем роньку. Вот тут уже блочки пошли, смотрю, есть полным ходом блокировки. Тут не все так просто будет. Ну блин, суперпэта у нас нету, поэтому у нас вариантов особо много нет. Будем радоваться тому, что есть. Так, зефира у нас уже ушатали. Блин, юнитов даже не добили, но это жестко. Это жесткая подстава. И попробуем бардика закинуть. Как вариант, он у нас Ронина реснет и зефира. Я надеюсь. Я на это надеюсь. Я, в принципе, вроде и пробивает. Относительно нормально. Не дают ему заряжаться вообще. Блин, и никим юнитов убрать. Вот реально самое, что не есть подстава. Смотрите, полностью энергию. Полностью убрали энергию. Блин, ну на удачу пробуем Дрейка еще. 80%. Минута 20, 80%. Зданий не так уж и много осталось. В принципе, он должен их подобивать. Я надеюсь. Потому что это будет первый эпичный слив мой на сервере. Конечно, тут супер питом, тут питомцев, не супер питомцев, питомцев нету. Это опасно. Такое прохождение, как я привык. Вроде должны успеть. Самое главное, чтобы его не слили сейчас. Самое основное. 91%. Блин, жестко. Честно скажу, на если что-то так, я попотел с легонца. 95%. Да ладно, блин, вы что угораете? Давайте, надо пройти. Пипец. Два здания. 100, хух. Жестко. Это вам, знаете, это не то, что у тебя есть все питомцы. Вот без питомцев это трэш, ребят. Особенно, когда ты еще героя всех не знаешь. У человека, какие у него там герои есть. Что есть, чего нету. Странная, кстати, раста, мне кажется, в эту расту можно будет залететь минотавром, ударить сбоку. Не знаю, ли забора хватит, не хватит. Ой, фен красава вообще.
Это Зефир, посмотрите, даже нифига толком юнитов не добивает. Так, Дрейк готов. 97%. Запускаем Барда, запускаем Минотавра. Не, все-таки не достает. Ой-ой-ой-ой! Тихо, ша! Это жестко опять. Опять эта жесть начинается. Так, надо спамить юнитами, а то сейчас еще Барда сольют. Так, есть. Поехали, откроем еще карты. Три барда, 4 дуэлянта и 3 барда, 5 дуэлянтов и 3 барда, 5 дуэлянтов и 4 барда, 6 дуэлянтов и 4 барда, 7, да вы что прикалываетесь, 7 дуэлянтов и 4 барда, а где остальные 3 героя, что за фигня, офигеть, просто офигеть, ребят. Жестко. Это реально жестко. Я, наверное, давненько уже так не потел на битве гильдии, как здесь. Так, смотрим. 2.40. 2.20. 2.48. Значит, бьем этого. Блин, капец какой-то реально. Смотришь на это все и офигеваешь. Ну, фен решает, ребят. Так, юнитов добили. Можно запускать Минотаврика. Отлично, сейчас Минотавр должен жахнуть. Он жахнул. Такс, поехали еще. Блин. Конечно, 7 на 4. Это жестко. 7, блин, 7 дуэлянтов. Да вы что, угораете? Какие там шансы на остальных героев? 8 дуэлянтов. 9. 9 на 5. 9 дуэлянтов и 5 бардов. 10 дуэлянтов, 5 бардов. 11 дуэлянтов и 5 бардов. Да ну нафиг. 11 дуэлянтов и 5 бардов. 12. 13. 13-6. Мэри 1. 13 дуэлянтов. Это жестко. Тринадцать. 7 и 1 Мэри. 13 дуэлянтов, 7 бардов и 1 Мэри. Остальных героев просто нет. Это чисто, ну, как по мне, это чисто разводняк на нового героя. Я не знаю, как на других серваках падает, но это жестко. 13 дуэлянтов. Вы что, прикалываетесь, что ли? 13, ребят, 13 дуэлянтов. Я офигею просто. Это называют они рандом? Это больше похоже на разводняк, а не на рандом. 13 дуэлянтов. Офигеть просто. Вот тут у нас Фрейя есть. Так, от Феникса вообще никакого толку нету. Я понял. Пробуем запустить Дрейка. Пробуем запустить. Блин, Минотавра не туда запустил. Хорошо, хоть не успел. Фу, да. Потная битва гильдии, я вам скажу. Так, отлично, включился. Сюда можно Роньку запустить. Сейчас юнитов подобьем. Так, юнитов подбили. Подбили, можно запускать Дрейка.
Можно запускать Бардика, можно запускать Минотаврика, и все. Ну что, поехали, откроем 10 карт. Просто капец. Просто капец. 18 дуэлянтов. 50% шанс на дуэлянта. 18, 2 Мэри. Ну, блин, это жестко. И 11 бардов. Да просто, это просто писец. Вот честно скажу. И не упало нам... Просто тупо не упали нам остальные герои. 3 героя всего лишь выпало. Лисица не упала, и божество не упало. И они хотят сказать, что это хороший рандомчик, что здесь не подкручено. Жестко. Вот реально, что я могу сказать, очень жестко. И, блин, ну не знаю. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Надеюсь, вам понравился этот аккаунт. Гильдия Асгард, кидайте заявочки, вступайте. Мы их сегодня не опозорили. Прошли как могли, конечно, это жесть с питомцами. Но это АС-серверы, тут ничего не сделаешь. Тут, я так понял, такой трэш у них всегда. Но противники хорошие, я не посмотрел, сколько мы там набили. Сейчас я деф выставлю его обратно. Так, у него что-то там, я не помню, что, ворожей. А, Космо еще надо поставить. Я надеюсь... Космо нормально, ворожей правильно. Смотрите, почти всех правильно выставили даже. Так и были. А, так. Не помню, Франк здесь был, нет. Помню, было божество. Кто у нас был здесь? Зефир. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Гильдия Асгард. АС сервер. Кидайте заявочки, вступайте. Первое место. Ну, в топе 22 тысячи нахромачили. Все, всем удачи, всем пока.